Всем привет! В этот раз мы познакомимся с интересным проектом под названием Shen. Я наткнулся на него совершенно случайно, когда торговал на бирже Probit. У них там проходит IO. И начал детально изучать, и вот перед вами моя работа. Основные преимущества Shen Protocol. Технология блокчейн – это еще одно нововведение для торговцев и трейдеров по всему миру. И каждый раз появляются новые варианты использования. Мобильная быстрая оплата. Недостатком универсальных платежей была угроза безопасности. Блокчейн обходится без искажения в рассрочку, регистрируя все обмены в распространяемой записи и в любом случае расширяя возможности движения денежных средств. Использование технологии блокчейн на платформе Shen сделает платеж очень быстрым между торговцами и трейдерами на платформе. Программа лояльности для клиентов. Программы непоколебимости имеют два существующих потенциала. Сбор фокусов стойкости и восстановление этих фокусов. Использование технологии блокчейн в платформе Shen будет стимулировать создание правильных соглашений для контроля над этими двумя возможностями. Кроме того, использование блокчейна в платформе Shen может быть использовано для простого возврата очков лояльности с помощью цифровых денег. Технология блокчейн будет использоваться для отслеживания распределения каждого предмета в сети, инвертаризации от производителя к оптовому продавцу и, наконец, в распределительный центр ритейлера на платформе Shen. Это может следовать пунктам, чтобы воздержаться от изменения или несчастья и, кроме того, поднять тревогу, когда есть проблема. Аутентичность продуктов. Платформа Shen будет использовать технологию цепочки блоков, чтобы уловить каждую точку прикосновения в жизни предмета. Упрощая решение, это является предметом добросовестности. Эта способность может быть использована для экстравагантных продуктов и, кроме того, для уникального продукта. Умные контракты. Ритейлеры, которые предлагают различным организациям постоянно заключать контракты, благодаря использованию технологии цепочки блоков, платформа Shen будет использоваться для создания различных соглашений, которые будут использоваться многочисленными клиентами. Краудфандинг. Краудфандинг хорошо известен среди дилеров и дизайнеров по сбору средств. Блокчейн упростил сбор резервов с помощью криптографических форм денег, которые станут возможными на платформе Shen. Коммерческие центры. Коммерческие центры берут на себя каждый обмен. Модель Apple Store, которая получает немного от каждого покупаемого приложения. Посредством использования технологии блокчейн в платформе Shen посредники будут ликвидированы путем создания коммерческого центра, поддерживающего распределенный обмен. Как я говорил ранее, данный проект я нашел на бирже Probit, и сейчас там у них проходит IO. Самое интересное, что в данный момент существует бонус 50%, поэтому я рекомендую не медлить и присоединиться к изучению проекта. Все ссылки для ознакомления с проектом более подробно вы сможете найти в описании. На этом у меня все, и до новых встреч!